Бой на площадке соперника проигран, но судьбу сражения за выход в полуфинал решит домашний матч. Женский баскетбольный клуб ЧГУ «Атланта» в первой игре четвертьфинала высшей лиги чемпионата России уступил дублю новосибирского «Динамо». Подробности матча у нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. В столицу Сибирского федерального округа «Леопардовы» отправились в ранге лидеров статистики личных встреч. За сезон команды встречались четырежды и три раза победу праздновали девушки Чувашского госуниверситета. Впрочем, мы не сбрасывали со счетов и факт того, что дубль «Динамо» на стадии плей-офф могут усилить игроки основы из премьерки. Мы еще в феврале поинтересовались у главного тренера новосибирцев такой возможностью. Мы этим же составом будем играть, мы будем готовиться, естественно, к этим играм. Наставник дубля «Динамо» слово сдержал. В протоколе матча были заявлены те же игроки. Вот только обыграть их нашей дружине на сей раз не удалось. Причина банальна. У наших девчат мяч в корзину на площадке арены «Север» не полетел в кольцо. Впрочем, этого стоило ожидать. Игра-то была назначена на 9 утра по московскому времени. И «Леопардовые» проснулись лишь ко второй четверти, уже уступая 9 на 22 очка. Выигранная вторая десятиминутка 17-10 сократила отставание до приемлемых минус 6, 26-32. Однако во второй половине так и не сыграл главный козырь ЧГУ «Атланты» – точные броски из-за дуги. Из 25 попыток точными оказались лишь 3 броска. А со статистикой в 12% реализации трехочковых матчи плей-офф, увы, не выигрывают. В итоге победа новосибирцев со счетом 74-55. Игра была в 9 утра по Москве. Это очень непривычно. Мы обычно не играем в такое время. И, конечно же, нас подвел процент с игры. Согласно регламенту, на стадии 1-4 команда играет 2 матча. И в случае равенства победитель определяется по разнице забитых и пропущенных. Так что нашим девчатам 8 апреля на домашней площадке необходимо не просто выиграть, а с преимуществом минимум в 20 очков. Трудно, но на нашей стороне фактор родных стен и 6-й полевой болельщики. Поддержим девчат ЧГУ. Начало игры в 18 часов. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.